Всем привет, начинается влог, поездка в Армению, Арни Марат. Едем в аэропорт Краснодара. Всем хорошего просмотра. Я взял булочки, так как папа любит в дороге булочки. Время 4:15 утра. Мы с папой выезжаем. Пап, ну что, поехали? Зайди скорее, снег идет. Ладно, друзья, замело, короче, снегом. Я не знаю, как будем ехать. Ехать нам где-то... Куртку сними сразу. Сейчас я сниму, я здесь в машине. Машине неудобно, сними куртку быстро. Ехать нам где-то... Подержу. Давай быстрее. 3 часа. 3 часа ехать? Да. Сейчас, короче, сниму. Ну я... Да я же сказал сразу сними, да, там на улице. Она не снимает. Все, нормально. Все хорошо. Проблемы, если... Да я уже вспотел. Конечно. Нормально ложи. Положи нормально куртку. Да, я положил нормально, вот идеально. Все, нам забери. Все, друзья, мы поехали. Все. Следующие кадры уже будут с трассы. Посмотрим, как там дорога. Вообще, получится ли нам ехать нормально. Ехать невозможно, потому что, ну, вы видите, да, ничего толком не видно. Время у нас 4:22. Мы только выезжаем с города. Ехать нам вот так 3 часа. Друзья, посмотрите, едут 4 снегоуборочные машины. 1, 2, 3, 4. И не дают нам проехать просто. Мы едем, вон, 50 километров в час. Время 4:45. Я не знаю, как мы вообще доедем. Время 6 утра. Мы заехали заправиться. Уже полпути пройдено. Снег прошел. Уже легче. Здрасте. Сколько до Краснодара? Скажи. Сколько? Я взял капучино. Я люблю останавливаться на заправках и пить капучино. Сейчас, короче, у нас такой перерывчик. Мы взяли круассаны. Сейчас будем пить. И ехать дальше. Друзья, надеюсь, вам интересно смотреть этот влог. Вот, если вы еще его смотрите, то поставьте лайк. Если хотите еще влоги, пап, ты тоже. Ладно. Все, все хорошо. Не заблокируем. Мы пьем кофе с круассанами. Наконец-таки мы доехали в Краснодар. Вот вам показываю красоту зданий. Это у нас ОЗЭ. ОЗМО, короче, по-моему. Все еще. ОЗЭ, не? Короче, мы сейчас едем ставить машину на парковку и ехать уже непосредственно в аэропорт. Вот. Сейчас раньше приехали. Что ты будешь? Да, на самом деле мы выехали, ну, с запасом, потому что был большой снег. Вот. Но приехали быстро, так как на улице стало уже более-менее чисто. Сейчас 7:20, а вылет у нас 10:20. Ну, нам же надо быть за 2 часа до вылета, по сути. Ну, сейчас часок я как раз для вас поснимаю влог. Вчера бы вечером приехал, 6 часов вечера. Короче, сейчас мы поедем в аэропорт, и оттуда я уже продолжу влог, покажу вам там, как что. Может, там какие-то интересные люди будут смешные, с кем можно будет пообщаться. Смешные, тебя уже нет. Не, есть смешные меня. А что я? Я что, клоун какой-то, что ли, смешно? Чебурашка. Я не чебурашка. О, смотри, как КамАЗ, отлично. В общем, друзья, следующая трансляция уже будет... Ну, для вас это будет по щелчку, а для нас будет определенное время. Давайте. Поставьте лайк, кстати. Влог для вас. Пап, ты бы поставил лайк, поставил бы моему влогу? Да, ладно, все, друзья, в общем. Убери, я зеркало не вижу. Все, друзья, приехали, поставили машину на парковку. Там она под навесом. Спасибо вам. Приехало наше такси. Все, следующий кадр с аэропорта. Все, друзья, мы в аэропорту. Прошли, короче, ну, этот пункт досмотра. Все, сейчас идем дальше. В общем, мы прошли многочисленные проверки. Таможни, паспортные контроли. Так как разные страны, в общем. И теперь мы в зале ожидания. На пути к Ереван. Да. Мы в Краснодаре, то есть Краснодар, аэропорт, 3:15, самолет. Вон, короче, там скоро вылет, и все. Что мы сейчас будем делать, пап, скажи?
Да, тогда большой привет нашему влогу. Здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно. Спасибо, спасибо. Очень приятно. Успокойся, да? Я не позорю тебя, я при чем? Это влог, пап. На ютубе есть такая вещь, как влог, короче. Все. Вот так выглядит наш самолет. Пап, идем садиться? Пошли. Посмотрите на его двигатель. Ой, все, все, все. Мы в самолете вместе с папой. Сейчас будем вылетать. Залетать. Ну, взлетать, да. Нам хорошего полета. А вам приятного просмотра. Я надеюсь, вы заварили чашечку чая или кофе. Сидите, смотрите этот стрим. Друзья, я решил вам еще показать взлет. Наш влог продолжается, друзья. Первое место, которое мы посетили в Армении, это Эчмиадин. Очень классное место, очень духовное место. Всем советую посетить это место, как только вы приезжаете в Ереван. Сейчас я вам покажу еще одну красоту Эчмиадина. Пап, как тебе? Супер. Теперь мы приехали на центральную площадь Еревана. Посмотрите, как здесь красиво. Очень красиво, на самом деле. Это у нас получается президентская гостиница, президентский дом, как в Москве Кремль. Тут это выглядит вот так. Но это елка. Вот. А вот здесь, вот это у нас почта и телеканал армянский, 5TV, вот это армянский, наверное, один из главных, да, телеканалов? Нет? Не главный. Не главный телеканал. Один из каналов. Один из каналов. Тут, в общем, в Армении разрешена тонировка, поэтому 85% автомобилей, вот каждая, каждая, вот смотрите, вот проехала, затонирована, вот проехала, еще затонирована, они все затонированы. В России меня бы, наверное, посадили, если бы я так спокойно ездил каждый день с тонировкой, ну, если бы часто нарушал. А тут вообще кайф, все тачки так классно выглядят, на самом деле, ну, все затонированы. Даже самые обычные, простые, они выглядят классно из-за тонировки. В машине. Еще, друзья, что хочу заметить, тут вот старые Мерседесы, БМВ, они все в очень достойном состоянии, потому что в основном они приезжают с аукционов Японии и Америки, и поэтому они все прям, ну, в идеальном. Ну вот стоит это E-класс 320, ну он в достойнейшем состоянии, на самом деле. У нас в России такие очень ценятся. Привет, Ютуб! Ютуб. Пап, привет, Ютуб. Привет. Посмотрите, какая машина находится в Ереване. Бомба.
Пары? Да, конечно. Передавай привет, это влог. Привет. Ютуб. Житель Еревана. Я тоже приезжаю. Приезжаю? Откуда? Да. Все, это с России. Russian Federation. Давай, фото. Давайте. Мне бы такие диски, не продаете? Диски. Смотрите, какие сувенирчики там прикольные. Диски это какие? Бомбовские. AMG. Нет, 20-е. Друзья, 20-е диски. Не продаемся диски. Друзья, сейчас покажем вам ключ от Еревана. Вот он, друзья. Ключ от Еревана. Очень красиво. Мне очень нравится. Очень красиво. Друзья, мы пришли покушать. Приятного аппетита нам всем. Вам хорошего просмотра. Не забывайте поставить лайк. Пап, узнаешь песню? Друзья, гуляем по центру Еревана. И наша песня. Имя внукам придумай, я им подарю. Папа, я хочу жениться, куда девочка? Ереван, большой привет! И сейчас мы идем на место, которое я очень хотел увидеть вживую, друзья. Сейчас мы до него дойдем, и я вам его покажу. Это очень красивая достопримечательность Еревана. Что, нам нужна зебра? Да. Ну, зебра так зебра. Давайте я пока показывать вам не буду. Я подойду прям туда и покажу, чтобы прям, ну, вы увидели эту красоту, хорошо? Вот. Это место, друзья, это каскад Ереван. Я советую всем, кто приезжает в Ереван, обязательно посетить это красивое место. Посмотрите, какая красота, друзья. Как мне говорят, тут более 600 ступеней, 500, около 600 ступеней. Если вы знаете, сколько тут реально ступеней, пишите в комментариях, но выглядит это очень красиво. Папа, я хочу жениться, эта девочка мне снится, дайте мне родительский совет. Если любишь, то не думай, имя внукам ты придумай, я им подарю весь белый свет. Ереван, Ереван, ганалуэм, им накан Ереван, маналуэм. Итак, друзья, мы чуть-чуть поднялись, вот смотрите, как здесь красиво. Там... есть музей. Сейчас пойдем посмотрим, что там. Ну, дальше еще идти, если честно, времени не так много, да и холодно очень. Но мы заходим в музей. Вот тут такой экскаватор. Не экскаватор, а эскаватор. И мы, в общем, сейчас на нем поднимаемся. Кстати, он очень узкий, на одного человека. Друзья, надеюсь, вам интересно смотреть. Если интересно, то поставьте лайк и напишите комментарий. И там, смотрите, еще, по-моему, еще три таких периода. О, давайте мы выйдем на один из... Мы выходим на одном из этажей выше, и тут по сути так же. Вид такой же, хотя мы поднялись на несколько плит. Давайте посмотрим вид на Ереван. Вечерний Ереван, друзья. Вечерний Ереван специально для вас. Но есть еще уровни. Видите вон ту башню? То есть вон до нее еще нужно подниматься. И оттуда вид, да, на весь... С этой, ну, вид сюда будет? Или туда? Ага. Доберемся, пап, туда, как думаешь? Не знаю. Едем еще выше с нашим другом Мико. Пап, передавай привет влогу. Влог Арни Марат. Таги. Таги.
кто смотрел наша Раша, это была отсылка туда. Вау, друзья, ну вы должны это увидеть. Красота. Смотрите, какая классная. Я даже не знаю, что это за марка. Напишите в комментариях, что это за марка. Я не знаю, если честно. Honda, по-моему. Давайте по... Нет. Друзья, пишите марку в комментариях. Я, если честно, не знаю. Они поехали выше. Я потерял папу и Мико. Нет, они не поехали. А, вон они. Все, 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 все. Едем, едем, едем. Едем дальше. Ну что, друзья, это последний уровень, видимо, на котором можно добраться по эскалатору. Так. Тут все так же. Такой же дизайн. Поменялось вот тут. По-другому чуть-чуть. Друзья, посмотрите, какая красота. Весь Ереван прям как на ладони. Смотрите, какое небо, какой закат. Шикарно. Ну что, друзья, наконец-то мы добрались до гостиницы. Пап, ты устал, честно скажу. Вот, и самый главный момент сегодняшнего всего дня, это вот он. Это самый главный момент сегодняшнего дня, друзья. На сегодня наша трансляция заканчивается. Мы приехали, это рядом с Арменией. Как называется город? Мартуни, потому что завтра мы здесь выступаем. Вам, конечно же, приятного просмотра дальше. А нам доброй ночи. Ура! Я вам предлагаю посмотреть кусочки с нашего выступления. Сейчас будет нарезка. Но смотри, вся твоя родня, и близкие твои друзья, за ваше счастье, за любовь, поднимем мы боковые вновь. Ума ты имя одолжу, и так сыночка назову, и всем хочу я пожелать, женитьбу не оплодевать. Папа, я хочу жениться, эта девочка мне снится, дайте мне родительский совет. Только это больно, 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 если извини. Отпусти ее и не жали, она и не стоит двух рублей. Я тебе нужна, та, которой не нужны твои лавы, та, которая с тобой в шалаше. Тебя не предаст, пока ты по беге, вот такая девочка только тебе. Та, которая не бросит никогда, та, которая не стоит холода. С тобой даже если ты на зме, вот такая девочка нужна тебе. Ну как вам наше выступление? Пишите комментарии, если понравилось, поставьте лайк. Ну а мы собираемся и едем в аэропорт в Ереван и улетаем домой в Россию. Ну что, друзья, за нами уже приехала машина. На улице очень холодно, наверное, где-то -20, но по ощущениям еще больше из-за того, что рядом озеро Севан в Мартуни, и оттуда дует холодный воздух. Вот. Влажность где-то около 100%, поэтому очень холодно. Сейчас будем выдвигаться уже в аэропорт. Вот. Мне очень все понравилось. Влог продолжается. Будет в аэропорте Зварднос, Ереван. Вот. Так что, друзья, приятного вам просмотра. Надеюсь, вам интересно. Если да, то поставьте лайк. Вот. И напишите комментарий, в каких странах вообще были вы.
А мы продолжаем. Это наши близкие друзья Мартуни. Прекрасный город. Просто спасибо. Спасибо за теплый прием. Вот наши друзья все. Гев и его компания. Джан и Джан. Да, мы отлично отдохнули, прекрасно провели вечер. Ребятам счастливо оставаться, Мартуни, вы прекрасны. Здесь отличная картошка, реально, как в песне поется. Надеемся еще увидеться. Ребята, друзья, приезжайте в Армению, в Мартуни. Это прекрасное место. Всем привет! Смотрите, какой шикарный вид открывается. Посмотрите, какие горы снежные, ребята, здесь. Не нужны никакие Альпы, никакая Австрия, Швейцария. Вот, берем лыжи и едем сюда. Снега нет, а тут у нас вот они прекрасные горы и снежные. Это озеро Севан. Тут снег. Это лед там? А мы не провалимся? Вот папа идет на Севан. Аккуратно! Не-не-не, провалишься. Пап, вернись. Мы на озере Севан, ребята. Посмотрите, здесь чуть примерзло, а дальше идет река. Ладно, я тоже пойду. Вот дальше уже чуток опасно. Капутак, капутак, севани апин. Хишумик бинан салах, мумми ясин. Капутак, капутак, севани апин. Хишумик бинан салах, мумми ясин. Как-то так. Но Севан прекрасный, ребята. Зимой здесь вообще сказка. Там не нужна никакая Швейцария, Альпы. Смотрите, какие красивые горы. Просто замечательно. Река просто волшебная, то есть озеро. Не иди дальше. Пойду еще чуток. Не надо. Да нету плюс, смотри какой. Вернись. Все, а вот дальше уже. Надо подышать этим воздухом. Друзья, мы подошли максимально близко, но тут уже видно дальше, что лед, да, что уже опасно. Идти дальше опасно. Купаться здесь, конечно, не рекомендуется. Наверное, через видео вы так не наслаждаетесь, как конечно. Мы. Ну, обязательно побывайте, как только приезжаете в Армению, на озеро Севан. Приезжайте. Тут рядом город Севан, прекрасная гостиница. На всем протяжении трассы располагаются вот такие прекрасные домики, где вы можете отдохнуть, половить люди. Это наш водитель. Это наш друг, который возит нас по всей Армении. Возит по всей Армении. Особая благодарность. Да, да, ему. Лену, помаши, пусть тебя увидят. Житель города Абагана, куда мы скоро сейчас отправимся. Да. Вместе. Нам стало очень холодно, мы поснимали видео, фото, и теперь мы бежим в машину. Рук просто не ощущается, я их не чувствую. Пап, а? Как тебе? Отлично, холодно. Сейчас бы горячий шашлык, коньячку и домой. Пока, Севан! Мы обязательно вернемся, но летом. Летом будет тут очень классно.
наш друг, который нас возит, нас заждался. О! Вот он уже обедает. Уже Отума. Уже кушает. А. Да, кстати, можем подкрепиться. Давайте. Не, я не хочу. Хороший лаваш. Бутерброды, мясо. Вы кушайте, я пока а еще покажу вид. Смотрите, тут вот такие домики. Наверное, тут остаются люди летом. Летом тут очень классно. Давайте я вам еще раз покажу. Вид. Я не хочу кушать вообще. Как не хочешь? Не хочу, правда. Армянский лаваш, ребята, это просто... Сладко. Друзья, надеюсь, вам нравится этот блог. Если да, то поставьте лайк и напишите в комментариях, что вам нравится. Чтобы я знал, что все, что я снимаю, все, что я буду потом монтировать, что это все не зря, друзья. Если это так, то большое вам спасибо, что вы смотрите, уделяете время нашему влогу. Если это вам понравится всем, то будут, конечно же, еще влоги со всяких интересных поездок. А мы двигаемся дальше. Так, ребята, следующий обзор продолжу я, так как Арни спит. Замерз сейчас. Мы пойдем покупать сухофрукты по просьбе моей крестной. Она сказала, без сухофруктов не приезжать. Надо так надо, пойдем. Пойдем? Пошли. Пошли. Все, друзья, я проснулся, блог продолжаю я. Супермаркет армянский. Сейчас пойдемте посмотрим цены, отличаются ли они от российских. Давайте, что меня конкретно интересует, это, наверное... Сладости, кола. Начнем с Kinder Surprise. Так, Kinder Surprise 490 грамм. Значит, это мы делим или умножаем. Умножаем на 6. 5 на 6. Сколько 5? 3. 3. Друзья, в общем, мы сейчас будем покупать. В общем, килограмм стоит 5900 драм, ну 6000 драм, это, короче, 1000 рублей, да, на наши деньги это 1000 рублей. О, давайте шоколад, вот я очень люблю шоколад, вот мы знаем Альпенгольд, да, вот у нас, Альпенгольд, фундук, Альпенгольд стоит 320 драм, делим на 6, сколько, да, с математикой у меня фигово очень. Меня хотели выгнать со школы из-за этого. Так, 3 разделить на 6. 50 рублей, правильно? Да. Да, получается так, где-то так. 50. Ну, да, в принципе, у нас так же. 50 рублей. О, чипсы. Большая упаковка. 740. Папа говорит, что это мои друзья. Это не мои друзья, да. Это он на тебя похож, кстати. Вот. Я кто? Нашел его. Покажи. Вот эти? Это на меня не похоже. Это мы потом уберем. Да, я тебя уберу. Я это потом вырежу. Все, друзья, купили сухофрукты по просьбе нашей крестной. И маме тоже взяли. И едем, наконец-то, в аэропорт. Вот как выглядит супермаркет. Цены я прошелся, посмотрел, такие же, как у нас, друзья. Может, где-то чуть дороже. Ну, а так то же самое. Друзья, пока мы едем в аэропорт, покажу вам улицы Еревана. Смотрите, какие здания. А вот это, друзья, Ереванский цирк. Какое красивое здание. Дубль 3 by Hilton. А это что, как бизнес-центр? Вот это бизнес-центр, а вон человек. Здравствуйте.
А вон цирк с этой стороны. Друзья, а это дом правительства. Вот такой красивый дом правительства Еревана. Это комбинат виноводочный Арарат. Пробка небольшая. Вот он, коньячный завод Арарат. Арнольд, ты любишь коньяк? Да, да. Вот он. Может, сойдем? Ну там не продается. Мы купим. Вот он, друзья. Эх, ну ладно, в следующий раз будет. Это сопровождение с мигалками. Ребята, самый обычный. Вот на автовокзале как бы шашлычка. Вот мы здесь в Армении заказали 3, 15 шампура лиля, кабак. Славашка. Сейчас там это сделаю. Да. Вот, и тут мы сейчас будем сидеть. И тут такой живой уголок с птичками. Ну, колу я люблю везде. Колу нет, нельзя пить. Все, друзья, нам принесли кабак. Да. Намного лучше, чем шаурма, друзья. Намного. При вокзале, скажем так. Кто сейчас кушает, приятного аппетита. Мы поели, очень вкусно. Вот, кебаб был очень вкусный. Все, теперь едем в аэропорт. Свартноц, мы уже в Ереване. Ребята, район под названием Бангладеш, как в Индии. Друзья, вот мы подъезжаем к аэропорту. Свартноц, Ереван, вот так он выглядит. Друзья, мы в аэропорту, прощаемся с нашим другом, который был... Замечательный человек. Все эти дни, который был с нами, спасибо большое. Это наш гид по Армении. До свидания. Друзья, покажем вот аэропорт. Выглядит вот так. Все, идем на регистрацию теперь. Сейчас я буду заходить и показывать вам. Вот так выглядит аэропорт в Ереване, Свартноц. Вот смотрите. Там елка стоит. Вот. Но тут уже все по-армянски написано, поэтому сейчас мы будем у папы спрашивать, куда нам идти, пап, так как я не знаю армянские буквы. Все, друзья, мы прошли все контроли, все паспортные контроли, сдали багаж. На мою прическу не обращайте внимания, шапка поспособствовала тому, что она ужасная. Сейчас папа расскажет, что он купил. Пока мы сюда пришли. Пап, ну рассказывай, что мы ты привезли, купил? Мы привезем домой небольшой подарок из Duty Free, Ереван. Это... Папа купил коньяк. Да, я купил коньяк, который не идет на экспорт. Почему он не идет на экспорт? Потому что его делают только здесь, из карабахского, как нам сказали, винограда, или что, короче. Коньяк называется Мадатов. Мадатов. Ему 10 лет. Вот. Десятилетний будем пробовать. В пианино в аэропорту Ереван. Thank you.
посадку уже, поехали. Завартнус аэропорт, в трепет на цель самолет. В зале ожидания, я без опоздания. Рядышком сидит она, бесподобна и мила. Тут люди уже снимают, а? Я перейду в Дели, Дели, а где моя Лили, Лили? Я по городу брожу, но тебя не нахожу. Я перейду в Дели, Дели, а где моя Лили, Лили? Пропал всю сюда. Посадка уже, все идет, у нас уже посадка. Все, друзья, мы в самолете. Нам достались аварийные места. Вот, я сейчас покажу. Тут аварийное место, если что. Короче, дергаешь и вылетаешь. Тут как раз крыло, вот. Ну, типа, туда можно вылетать. Все, мы, короче, полетели. До встречи в Краснодаре. Через полтора часа будем в Краснодаре. Оттуда будет, да, тоже влог. Я хочу воды. Тут дают воды? Добрый день, уважаемые дамы и господа. С вами говорит командир корабля. Меня зовут Валерий Благинин. Экипаж этой компании «Уральские авиалинии» приветствует к борту нашего воздушного судна «Арбас 320». Мы летим с вами в Краснодар. Расчетное время полета до Краснодара 1 час 20 минут. Благодарю за внимание. Приятного полета. Сейчас 20. Всего приятного полета. Пожалуйста. Это переход пад. Я везде делал переход, но когда делаешь переход, ты должен... Ладно, когда делаешь переход вот этот, да, ты должен на следующем кадре опять вот так начать, чтобы это был стыд. А я ничего не делал ни в одном кадре. Зато ты... Да нет, когда ты начинаешь. Да не фу, да, вот так. Переход отпал. Нет, подожди. О, здрасте. Успокойся, выключи, пока нас не выгнали. Я хочу пообщаться. Обратите внимание, ваше кресло находится в зоне аварийной кухни. Вам нужно всеучную класть. Говорится, наше кресло в аварийном. Правила багажного входа обязательные требования. О, у нас еще. Короче, так как мы сидим на аварийных, нам нельзя здесь сумки. Что еще, пап, нельзя? Все можно. Зато тут большое пространство. Ноги нужно вот так. Да, перед ногами у нас большое пространство. Не так, как у всех. Меня... Вот аэропорт Звартнот. Мы на взлетной... Что звартнуться? Пока. Друзья, смотрите, мы летим вокруг горы. Все, друзья, мы приземлились, забрали машину с парковки и едем теперь в Армавир. А на этом, друзья, наша поездка подходит, да, к концу, она завершена. Нам надо с вами попрощаться. Спасибо, что вы на протяжении всего влога смотрели. Проверьте еще раз кнопку лайка, поставили ли вы ее. Вот. Если это все вам понравится, то будут влоги еще с разных поездок. А мы поехали домой. Ну, дальше уже ничего интересного не будет. Будет просто трасса и поездка домой. Всем спасибо, что вы были с нами все это время, ура! Всю эту поездку. Ура! Подписывайтесь на канал Арни Марат, ставьте лайк, не забывайте колокольчик. Хватит, да, закрой камеру. Ладно, все. В общем, мы вас любим. От души.